На Ютубе появился видеоролик с плавающим в море оленем. Его сняли на камеру мобильного телефона с одного из катеров в Амурском заливе. На кадрах видно, что рогатое животное плывет в направлении к Владивостоку, до берега далековато. Олень пугается шума мотора и старается уйти от катера. Судьба млекопитающего осталась неизвестной. Добавлю, ширина Амурского залива на разных участках от 9 до 20 километров. Как животное оказалось в воде, специалисты объяснить не могут. Они считают, что плавание на такие большие дистанции для оленей не характерно. По словам спасателей, в МЧС о необычном пловце никто не сообщал.